Всем привет, вы на канале Необъяснимое, с вами Дмитрий, и сегодня я покажу вам топ страшных видео для Хэллоуина. Если готовы, тогда погнали! А следующее загадочное и таинственное видео было снято в России. Нашел я его на YouTube-канале Sandbox Stand. К сожалению, оригинального автора мне не удалось узнать, так как он не указан. Если вы являетесь оригинальным автором этого контента, напишите мне на почту, я вас обозначу. Мы видим, как по квартире у человека парит низко по полу какой-то светящийся шар. Автор видео следует за ним, и, к сожалению, видео обрывается. И мы не можем видеть, что же происходит дальше. Точно не знаю, я сказал вначале, что видео снято в России, просто говорят на русском языке, а где оно было снято, мне доподлинно неизвестно. Я думаю, что эта шаровая молния залетела в квартиру к людям. И меня очень удивило то, что мужчина с ребенком ходит около нее, не боясь. Также обратите внимание на звук, который она издает, он явно электрического происхождения. Ну и конечно же, пишите свои мысли в комментариях. Прогуливаясь в одиночестве по пустыне, вы, как правило, вообще не хотите ни с кем сталкиваться. Не говоря уже о том, чтобы кто-то сидел там, где его меньше всего ожидаете. Именно это и произошло с человеком, запись которого была размещена на YouTube. А было это в августе 2014 года. Похоже, этот человек гуляет в довольно отдаленной лесной местности. Впереди чем-то заваленный каменный туннель. А на бетоне сидит кто-то в белой рубашке и смотрит внутрь. Что же он там делает и почему, и зачем добрался до этой глубины леса в тоннель? Оператор не ждет это, чтобы узнать, и, наверное, делает правильно. Он медленно отступает, прежде чем развернуться и быстро оттуда уйти. Некоторые местные жители в комментариях настаивают, что никогда не приближались к этому району, и говорят, что это действительно серьезно, никогда туда не ходите. И я должен согласиться, обереженного Бог бережет. Если присутствует звук, а вы не видите, что именно его издает, это может вызвать серьезную тревогу. Это видео показывает, насколько страшно слышать то, чего вы не видите. Ролик размещен в сабреддите Chills Novator пользователем CamelRosse 529. Реддитор объясняет, что она и ее друг убирались в доме, когда услышали этот невероятный хаос снаружи. Они вышли посмотреть, что же вызвало этот шум. Этот звук заполняет весь воздух снаружи. Хотя это искаженно, но звучит как реактивная струя над головой. Однако мгновение спустя этот ужасающий рев разносит вам барабанные перепонки. Может быть, это не реактивный самолет, а настоящий монстр. Камила пишет, мы вызвали полицию, они не смогли нам дать никакой информации о том, что же происходило вокруг нас. Я больше никогда не возвращалась в этот дом. Звуки, казалось бы, исходили из леса, либо из самого неба, либо это какая-то небесная музыка или даже крики. Я впервые слышу подобное рычание. Как думаете, это рычание? Если нет, то что это? Голос определенно не похож на человеческий. Неизвестные существа могут быть шокирующими. Особенно взгляните на это странное, загадочное существо. Этот клип был размещен в сабреддите Chills Novator пользователем KidDrop97. Скажите, кому интересно, что это за существо? В комментариях предложения варьируются от летучей мыши до гигантской белки летяги и колуго. Он же является летающим лемуром. Знание того, что это на самом деле, не облегчит просмотр этого кадра.
существо издает один из самых мучительных звуков для человеческого уха. В тот момент, когда оно скачет по земле, подпрыгивая и не способно взлететь. А люди нашли это животное, привязанное к палке, и освободили. Если вы никогда не видели такого существа вблизи, думаю, что вам и не стоит с ним встречаться. Люди в комментариях задавались вопросом, не издеваются ли над животным. Нет, как бы то ни было, бедняжка оказалась в тяжелом положении, и люди спасли ее. Животные очень чувствительны ко всему потустороннему, а следующее видео как раз об этом. Как мы уже могли видеть в прошлых видеороликах, животные часто видят то, чего не видим мы. И иногда от этого у нас пробегают мурашки. Видео опубликовано на YouTube в январе 2018 года каналом The Bramfam. Начинается достаточно спокойно. Бремфэм забирает в магазине собачью будку. Каждый из них занимается своим делом, делая разные вещи для своего видеоблога. Но как только Бремти оказывается дома со своей дочерью, она начинает слышать странные вещи. Загрузчики отмечают, что их собака Майла начала вести себя очень напуганно, глядя наружу. Она смотрела то в коридор, то на балкон. Как видите, собака находится в состоянии повышенной готовности, не двигается и смотрит в темноту. Затем его снимают, когда он смотрит в коридор. Когда Луи наконец возвращается домой, Бремти говорит, что наконец-то почувствовала облегчение. Как вы думаете, эта собака что-то или кого-то почувствовала в доме? Следует ли им, как предложила Бремти, осветить этот дом? Кажется, в следующем ролике есть много сюрпризов для новых арендаторов и домовладельцев. Ютубер по имени Dems7 также недавно переехал в эту квартиру. Он сказал, что арендовал это место, не осматривая его, потому как оно выглядело хорошо, а арендная плата была низкой. Но когда он переехал туда, он понял, почему это было так дешево. Здесь действительно были высокие потолки, как в монастыре 19 века в центре Англии. Затем он проводит для зрителей экскурсию по квартире. Повсюду зеркала. Но все ничто по сравнению с тем, что он нашел за пределами туалета. В половицах вырезан люк, снабженный ручкой. Dems7 говорит, что он решил, что это что-то вроде подземного хранилища. Он поднимает крышку и кажется, что это место для хранения вещей. Но это до тех пор, пока вы не посмотрите за пределы этой поверхности и не увидите, что пространство внизу довольно глубоко расширяется. Dems7 ведет зрителей вниз по каменной лестнице, ведущей в то, что он назвал темницей. Впереди коридор, много камней, брошенного кирпича и проводки. На стене граффити с надписью CCFCOK. Судя по напольному покрытию, Демс считает, что это был могильник. Он идет по коридору, большая часть темницы завалена мусором, землей и старым кирпичом. Он находит газету 1984 года. Также он видит то, что похоже на старую входную дверь. Здесь кто-то жил? Или, возможно, дом был построен на старом уже существующем фундаменте. Как бы то ни было, его темница – это секретная комната, которую я бы никогда не хотел найти в своем новом доме. Ютубер по имени Пренри 16 находится глубоко в шахте в Южной Калифорнии, когда неожиданно видит вдалеке бледный свет. Свет не обладает такой яркостью, как современная электроника. Вместо этого он выглядит тусклым и качается где-то в районе талии, как будто бы это старый фонарь. Автор уверен, что это дух пещерного шахтера, и я, конечно же, с ним соглашусь. Если вам нравится это видео, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Нет ничего необычного в том, чтобы разглядывать фигуры в облаках. Но что, если изображение – это не только ваше воображение? Это темная фигура в форме ромба, плавающая над водоемом, а сверху завеса из облаков. Это точно не то, что могло придумать ваше воображение. Скажите, что вы видите? В то время как некоторые в комментариях к видео считают, что это звезды.
звездный разрушитель или разрыв пространственно-временного континуума. Другие придерживаются более разумного подхода. Это называется водяной смерч, пишет Фистахафс. И прочитав в Википедии про водяной смерч, я должен сказать, что я с ним согласен. Также известный как торнадо, не являющийся суперячейкой, это воронкообразный вихрь, возникающий над водой или землей. В тропических или субтропических регионах часто он связан с облаками. Итак, какой бы зловещей ни казалась эта картина, все это произошло естественным образом. Тем не менее, это заставит вас усомниться во многом. Друзья, всем спасибо, что посмотрели. С вами был Дмитрий, канал Необъяснимое. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всего вам доброго.